Здравствуйте! Сегодня мы с вами читаем записки путешественника Василия Сидорова, которые увидели свет около 130 лет тому назад в Петербурге. Оказавшийся в Самаре ненадолго и в какой-то мере случайно, Сидоров, наверное, что-то здесь не увидел, в чем-то ошибся, но зато многие другие вещи бросились ему в глаза и были описаны гораздо точнее, чем если бы это сделал человек, живущий в Самаре. Итак, возвращаемся на 130 лет назад. Вперед, в путь! Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».